пытается атаковать. Закрой ворота, Антон. Так, пошел Шемп. Вы посмотрите, насколько наступает друг на друга Антону. Тут пожестче надо. Он с Фуркадом разбирался. Этот трактор немецкий. Не надо отпускать, Антон. Включился Шемп и очень здорово идет. Наглости не занимать. Упорство тоже Шемпу. Вот сюда вклинится Антон и пошел. Не жди. Но не торопится вырубать. Шемп идет очень мощно на финишной прямой. Закрывая коридор для Шипулина. Давай, Антон, подожми. Какой финиш Шипулина. И вы посмотрите. Получите, товарищи, иностранные партнеры. Вот так Антон Шипулин. Против такой работы нет ни грязной Шемпа. Я это хочу сказать, очень агрессивной. Но сейчас российский лом переломил ситуацию. Молодец. Продолжается игра в кошки-мышки между нашим и французом. Бенедикт Доль. Первую Фуркада. Судя по всему, все-таки силят. Финиш, то пока... Прекрасно. Бенедикта Доля, которого мы наблюдали сейчас. Смотреть спурт. Вердали не тот соперник, чтобы наш снежный барс с ним проиграл, прежде чем будет глотать, но надо брать, Антон. Аккуратненько, все хорошо. Чуть-чуть на выкате Бьерндален, ну, некоторый запасец. Но этот запасец растаял. И понятно, что норвежец себя чувствует не совсем в своей тарелке. Включись, Антон! Включись, Шипулин! Давай, Антон, на финише выходит вперед российский спортсмен! Мы сделали их! Браво, Шипулин! Вот так! Это победа! Лучший спортсмен России 2014 года на финише! Расправился с Бьерндаленом! Это спорт достойных личностей за победу на третьем этапе Кубка мира в эстафете! В подъем начал работать Шипулин. Немец чуть подоглянулся, но пока не получилось у Антона обогнать немца, может быть, вот здесь, растолкавшись. Нет, по внутреннему радиусу немец выходит и на финише. Они сейчас решат друг с другом, кто победитель. Антон Шипулин выходит вперед в этой гонке, и мы выиграли. Браво! Молодец, Антон! Победа у российской сборной, молодцы парни! Прекрасная работа на финише! Немецкие сервисмены.
золото. Это большущий успех у Эрика Лессера в такой-то гонке. С такими-то соперниками. Вот вам и тихоход, Лессер. Чех пока никак не может подойти к этой двойке. Но уже, впрочем, подошел. Все же подошел, но тут еще небольшой просветик. Пару секунд. Падин подсказывает, что нужно сделать Шипулину. Как работать. Но боюсь, что сейчас может Бё дорого обойтись. Вот вы видели, насколько здорово растолкались сейчас. Все гонят Шипулина. Растолкались, я имею в виду лидеры, потому что тяжело пришлось Чеху. И Антон, надо включиться. И вот сейчас Антон Шипулин уже старается выйти вперед. И я боюсь, что накушался до отвала вот этого лидерства Тарьей Бё. Итак, Антон Шипулин выходит вперед, и, судя по всему, конечно, нужно сейчас обеспечить вот это необходимое преимущество в споре за серебро. Для Шипулина не случайно, я говорил, минутное отставание не такое уж и большое. Лессера поздравляем с победой, а сейчас ждем Шипулина с серебряной медалью на финише. И мы видим, что это хорошее одиночество в борьбе за серебро. Антон Шипулин выигрывает награду для российской сборной серебряную. Браво! 3 чемпионата мира подряд. Бёк, кстати, третья гонка. Призеры снова третий. И Шлезингру. Let's go!